Это же все транслируется. Спасибо. Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги. Уже прошло 85 лет с описания Кроном, Гинзбургом, Оппенгеймером гранулематозного воспаления подвздошной кишки, который мы сейчас называем болезнь Крона. За это время определены фенотипические варианты, характер течения болезни Крона. Но, к сожалению, факт в настоящее время существует такой, что ни медикаментозная терапия, ни хирургическое лечение полностью не избавляют от болезни Крона. Поэтому вследствие того, что мы достаточно хорошо, активно изучаем патогенез воспалительных заболеваний кишечника, появляются новые методы лечения, а новые методы лечения требуют от нас новых современных подходов. Этиология, к сожалению, неизвестна болезни Крона, хотя продолжаются большие исследования по этому поводу, но пока концепция остается прежней, что это заболевание неизвестной этиологии и обусловлено взаимодействием генетических, иммунологических факторов, микробных и экологических и так далее. Заболевание дебютирует достаточно в раннем возрасте, поэтому лечение воспалительных заболеваний кишечника, болезни Крона в частности, это достаточно большая социальная проблема. И учитывая то, что распространенность растет, и по последним эпидемиологическим исследованиям распространенность в Европе достигает 300 человек на 100 тысяч населения, и по подсчетам, с учетом населения города Москвы, с учетом такой распространенности, у нас должно быть около 4 тысяч больных болезнью Крона. Но, к сожалению, так как у нас в России эпидемиологические исследования еще не достаточно хорошо организованы, численность больных болезнью Крона, в частности, в городе Москве, ну, не такая большая, цифры я вам даже точно не скажу. Итак, дебют заболевания, 20-25 лет. Самая активная социальная жизненная позиция. И заболевание достаточно инвалидизирующее. Вот на этом слайде вы видите, какие глубокие деструктивные изменения проходят в кишке. Это и свищи, стриктуры, что рано или поздно потребует хирургического вмешательства. Хирургическое лечение, безусловно, это снижение качества жизни таких больных. Дебютируют заболевания, как видите на этом слайде, 80% люминальной формы или воспалительной формы. Но по мере прогрессирования заболевания, вы видите, за 20-летнее наблюдение сохраняют люминальную форму только где-то 10-15% таких пациентов. Рано или поздно это либо свищевая, структурирующая форма, хирургические осложнения, оперативные вмешательства и инвалидизация этих больных. И поэтому задача, наша задача в первую очередь вовремя диагностировать болезнь Крона. Мы знаем, что по ряду также эпидемиологических исследований и России, проведенных и за рубежом, время от появления первых симптомов до момента постановки диагноза – это от полугода до 8 лет. Даже такие максимальные сроки диагностики болезни Крона. Мы, как видим, чем дольше течет заболевание субклинически, тем более высокий риск развития различного рода осложнений. Поэтому задача, безусловно, ранняя диагностика и своевременная, адекватная противовоспалительная терапия. Чем раньше мы начнем лечение, тем чем лучше мы будем контролировать заболевание, тем мы сможем уменьшить степень прогрессирования заболеваний и, соответственно, уменьшить процент больных инвалидов с болезнью Крона, уменьшить инвалидизацию. Но для этого появляются маркеры. Если в 70-е, 80-е годы в основном ориентировались на клиническую картину, частоту стула, боли в животе, то по мере изучение, как я говорю уже, патогенеза заболевания, по мере изучения методов диагностики и, главное, методов контроля, вы видите, что помимо субъективных клинических существует достаточно большое количество в наше время, но все-таки недостаточно, сразу оговорюсь, объективных методов контроля за течением, за мониторингом заболевания. Но это биомаркеры, цереактивный белок, широко используемый последние лет 5, наверное, фекальный кальпротектин. Безусловно, эндоскопическая оценка
в настоящее время остается очень важным методом диагностики, методом мониторинга с заболеванием. Но и последние годы стало все более широко применяться лучевые методы диагностики, магниторезонансная томография, компьютерная томография для оценки состояния больного, для оценки мониторинга на фоне проводимой терапии. Как я уже говорил, появление новых препаратов ставит перед нами новые цели. И конечная цель – это, конечно, модификация течения заболевания с меньшим количеством прогрессирующих осложнений, которые направлены на то, чтобы предотвратить деструктивные изменения со стороны кишки, и которые приводят к хирургическим осложнениям. Новые препараты, как я говорю, новые цели – и сейчас появилась концепция глубокой ремиссии. Помимо клинической ремиссии, эндоскопической ремиссии, мы уже стремимся достигнуть иммунобиологической и даже гистологической ремиссии. Ну, а теперь несколько слов о тех препаратах, которые мы сейчас используем для достижения наших благородных целей. Ну, вы видите эту пирамиду, которая широко известна. Единственное, что в этой пирамиде происходит дополнение препаратов с различным механизмом действия. Ну, я хочу обратить на вершину пирамиды, что сейчас в настоящее время зарегистрировано уже 5 генно-инженерно-биологических препаратов для лечения воспалительных заболеваний кишечника, 3 антифно-альфа-препарата, это инфлексимаб, аделибумаб и циртолизумаб пигол, и один препарат, ингибитор интегрина альфа-4-бета-7, это видализумаб. Вот 4 препарата, которые в настоящее время используются, разрешены к использованию в России для лечения болезни Крона. В период обострения мы должны добиться ремиссии заболевания, купировать обострение. Для этой цели используются системные глюкокортикостероиды, топические глюкокортикостероиды и биологические препараты, те, о которых я уже говорил, которые вы видите. После достижения ремиссии, безусловно, учитывая то, что заболевание хроническое, прогрессирующее, которое не излечивается, требуется проведение противорецидивной терапии. В первую очередь для болезни Крона это иммуносупрессоры азатиоприн и 6-меркаптопурин. И биологические препараты, которые используются как для индукции ремиссии, так и для проведения противорецидивной терапии. Глюкокортикостероиды, естественно, не являются препаратами, которые используются для поддержания ремиссии. И поэтому срок их назначения ограничен. Не более 3 месяца по существующим рекомендациям мы должны применять глюкокортикостероиды для купирования обострения болезни Крона. Салицилаты. Ну, вопрос салицилатов достаточно спорный, и даже в последнем консенсусе ЭКО 2016 года месалазины упоминаются в качестве препаратов противорецидивной терапии, но с оговорками, что доказательной базы для эффективности этой противорецидивной терапии не существует, но возможно в качестве противорецидивной терапии использовать 2 грамма сульфасалазина. Но постепенно от этой концепции отходят. Все-таки, учитывая то, что нет доказательной базы, учитывая еще то, что мы рабы инерции, эти препараты пока используются. Но вопрос дискутабельный, может быть, об этом стоит поговорить. Антибиотики используются, но в качестве комплексной терапии. Эффективность монотерапии не доказана. Их используют чаще всего при септических осложнениях, при инфильтратах, при тех состояниях, когда при периональных поражениях, при тех состояниях, когда они необходимы, но не как патогенетическая терапия и именно болезни Крона, как аутоиммунно-воспалительного заболевания. Системные глюкокортикостероиды, безусловно, препараты, которые быстро достаточно купируют обострение заболевания. Есть небольшие оговорки, что они нежелательны при наличии свещей абсцессов, при подозрении на септический процесс. Топические стероиды, будесонид, это единственный препарат, который у нас сейчас зарегистрирован, и используется для лечения легкой формы болезни Крона, но так как он топически действует в правых отделах кишки, то используется, как правило, при терминальном илеите, при поражении слепой кишки.
особенности гормональной терапии при болезни Крона. Но это достаточно, как я говорил, высокоэффективный метод лечения. Эффективность его достигает 80-90% при приеме. Неэффективные в качестве, не используются в качестве противорецидивной терапии глюкокортикостероиды. У 30-40% пациентов развивается в течение года, может развиваться зависимость или резистентность к глюкокортикостероидам. Кортикостероиды не доказаны их эффективность в заживлении слизистой оболочки кишки. И повторяю очень важный момент, что глюкокортикостероиды не должны использоваться длительное время, как я уже говорил, не более 3 месяцев. Иммуносупрессор, азатиоприн, меркаптопурин. Схема хорошо известная. 2,5 мг на килограмм в сутки доза азатиоприна. И так как 6 меркаптопурин – это метаболит азатиоприна, то доза меркаптопурина в 2 раза меньше – 1,5 мг. Препараты используются только для поддержания ремиссии. Их эффект проявляется только через 3 месяца от начала приема. Ну и побочный эффект, о них тоже не стоит забывать, это чаще всего вследствие их мелотоксического эффекта, это лейкопения, может быть развиваться реже анемия, тромбоцитопения, развиваются панкреатиты и так далее. Поэтому при назначении иммуносупрессоров требуется тщательный мониторинг и со стороны крови, и со стороны состояния внутренних органов. Метотрексат также используется. Схема его парентеральный путь введения подкожный. 25 мг в неделю в первые 4 недели в качестве индукции, дальше 15 мг в неделю в качестве поддерживающей терапии. Но также препарат достаточно токсичный, и если у ревматологов этот препарат используется достаточно широко, часто, и они знают все нюансы этого препарата, то все-таки гастроэнтерологи в качестве противорецидивной терапии больше любят азатиоприн и 6-меркаптопурин. И появление новых препаратов, генно-инженерно-биологических, совершили прорыв в лечении больных воспалительными заболеваниями кишечника, в частности болезни Крона. Они позволяют модифицировать течение заболевания, это уже доказано. И так как болезнь Крона – заболевание прогрессирующее, рано или поздно больные оперируются, то назначение генно-инженерно-биологических препаратов может снизить затраты в последующие оценки на лечение таких больных, так как послеоперационные больные требуют гораздо больше затрат в период реабилитации и так далее. Ну и спектр переносимости у данных препаратов, в общем, сопоставим и с курсами стероидной терапии, и с применением иммуносупрессоров. Как я уже говорил, 3 ингибитора ФНО-альфа используются в терапии болезни Крона. Это инфликсимаб, адалибумаб и цертализумаб-апигол. Препараты с одним механизмом действия, они блокируют ФНО-альфа, но разные структуры молекулы определяют различные свойства этих препаратов. В первую очередь иммуногенность. Вы видите на этой таблице обзорный анализ по иммуногенности различных ингибиторов ФНО-альфа. При применении цертализумаба-пегола частота обнаружения антител к этому препарату она невысока, и иммуногенность вообще в целом препарата это не очень высокая вследствие определенной структуры молекулы пегилированной. Особенность этого препарата в том, что невысок процент эскалации дозы, потому что также на таблице вы видите, при других ингибиторах ФНО-альфа достаточно часто, вы видите, до 0,5% случаев требует эскалации дозы после первого года введения. Здесь процент эскалации дозы невысокий. Вы видите, 98% за определенный период наблюдения не потребовалось эскалации дозы. Так, времени у меня уже мало, я поэтому коротко скажу о тех ключевых точках, на которые ориентируются при оценке эффективности. Вы видите, где-то 60, почти 70% больные достигают к 6-й неделе клинического ответа. Поддержание ремиссии на 26-й неделе
это 20, более 20% больных. Важный показатель – это заживление слизистой оболочки кишки. Вы на слайде видите, какой процент заживления слизистой оболочки при проведении терапии данным препаратом. Поддержание ремиссии длительное, 7 лет наблюдения, в зависимости от применения сертолизумаба индукции и сертолизумаба потом плацебо, сертолизумаба индукции плюс постоянный прием свидетельствует о том, что более 70% находится в ремиссии через 7 лет наблюдения при регулярном приеме сертолизумаба пегола. Эффективность при, тоже вы видите эти слайды, эффективность при предшествующей терапии, в том числе другими ингибиторами ФНО-альфа. Без ингибиторов ФНО-альфа это до 70%, 44% эффективности терапии при проведении предшествующей терапии ингибиторами ФНО-альфа. Но это сопоставимо со всеми показателями анти-ФНО. И достаточно хорошая переносимость у больных при введении препарата, реакции развиваются меньше, чем у 2%. Ну и схема введения. Традиционно у больных с воспалительным заболеванием кишечника это индукционный курс и затем поддерживающая терапия. Вот на этой схеме вы видите, как проводится терапия. Спасибо за внимание. Ну, вопросы, наверное, будут в конце нашего симпозиума. И разрешите мне тогда представить слово Игорь, конечно. Игорь Львовичу Халифу с докладом «Использование биологической терапии при перианальной болезни Крона». Так, на что мне тут и нажимать? Направо нажал. Спасибо. Начинается. Туда нажал. А вот назад. Отлично. Вперед. Отлично. Так, значит, давайте мы с вами договоримся так. Я сейчас быстро вам пробегусь вот по этой всякой ерунде и остановлюсь на что-нибудь новеньком, потому что вы же пришли сюда что-то услышать интересное, какую-то вот изюминку, ну и мне будет короче все это дело. Значит, мы с вами говорим о болезни Крона, определение ясное, все знают, больше аутоиммунного, хотим воздействовать больше на иммунитет, воздействуем, вроде что-то получается, значит, Олег Владимирович все рассказал вам. Теперь мы посмотрим, что мы можем с вами представить. Перианальная болезнь Крона. Вот сегодня этот термин практически принят во всем западном мире. Мы немножко отстаем, мы говорим с перианальными осложнениями и прочее. Ну, хрен, как вы знаете, не слаще редьки, поэтому пущай будет так. Главное. Это сложная, тяжелая проблема как для врачей, так и для больных. Больные практически обречены, потому что вылечить ни хирургически, ни консервативно на сегодняшний день почти не удается. А врачам, сталкиваясь с такими больными, хвататься приходится за голову и говорить: «Караул, что мне с ними делать?» А если еще учесть, что это молодые ребята, а если учесть, что это хотящие иметь семью и прочее, вы сами прекрасно это понимаете. Вот здесь все вам показано, останавливаться на этом не буду. Значит, то же самое при распространении этого процесса под названием болезнь Крона по кишке. Если вы думаете, что только там внизу, то ничего подобного. Ждите вот такой оплеухи. Терминальный лид, например, а у вас будет все равно перианальные какие-то осложнения. Итак, это мы с вами все знаем. Монреальская классификация, которая реконструирована была позже, которая была принята на съезде Всемирных гастроэнтерологов, ЭКО ее утвердила, мы ее также приняли, просто мы немножко ее в своих рекомендациях, которые сейчас вышли под эгидой трех общественных организаций, вы знаете, что сейчас Минздрав не выпускает алгоритмы лечения, а они выпускают только стандарты, которые были в 2007 году еще ими приняты и больше не рекомендованы к изменениям. А вот
рекомендации по лечению, это теперь прерогатива общественных организаций. Минздрав только говорит, ребята, молодцы, мы там вам кое-что добавим, а вы уже это все делаете. Они вышли, новые рекомендации. Классификация ясная, понятная. Если чуть-чуть кому-то не ясно, объясняю. Не структурирующий, не пенетрирующий – это без осложнений, не осложненная. Пенетрирующий – это если есть свищ, хотя бы один, меж кишками, меж органами другими, неважно. Ну и структурирующая, понятно, вы должны доказать, что это структура, фиброз, а не сужение. Потому что сужение воспалительное не относится к структурирующей. Ну и вот это плюс-минус, да, оставалось. Вот сейчас этот плюс-минус, по идее, должен быть нивелирован и выйдет просто перианальная болезнь Крона. А что мы имеем с вами как перианальные? Это трещины, свищи и структура. Что хуже, конечно же, справа и посередке. С трещинами кое-как мы справляемся с вами, а вот с этим сложнее. Олег Владимирович, опять же таки, вам рассказал про биологические препараты на сегодняшний день. То же самое на этом слайде. Правильно, 3 антифНО и 1 антиинтегрин. А вот теперь мы с вами начинаем задумываться. У нас с вами выбор. У нас с вами, как это, пасьянс. Какую карту взять, чтобы пасьянс сложился? То ли эту, то ли эту, то ли эту. Ведь у каждого из этих, в общем-то, есть определенная своя ниша. Мы лукавим иногда в пользу определенных в течение обстоятельств и говорим, ну что, вот этот препарат гораздо лучше, чем вот этот препарат, и доказываем это. Но доказательства-то у нас как диссертации. Любая диссертация подходит в обзоре только под то, что нужно сделать выводы в этой диссертации. А если рассмотреть другую часть медали, то получится, что выводы абсолютно не те. Так и здесь. Итак, пойдем дальше. Значит, прекрасный препарат инфликсимаб. Первый, замечательный, при тяжелых формах работающий идеально. И он первый был и использован при так называемых свищевых формах. Но в акценте-то здесь погрузились не только перианальные поражения, но и те свищи, которые межпетлевые и прочее. Да, есть эффект, и вы это видите. И все так и оценивали. Но опять же таки, эффективность-то вместе Хумира, адалимумаб, следующий препарат, который также вышел на арену и точно так же показал определенную хорошую эффективность закрытия свищей на 56-й неделе. Опять вопрос, какие свищи? Фигушки, чтобы ректовагинальный свищ-то закрылся, а на адалимумабе? Нету там таких. Да, обычный трубчатый закрывается, правильно. Да он закрывался еще в 80-е годы, когда я применял тимолин и теактивин. А теперь посмотрим на вот эту вот фигуринку, такую маленькую, под названием пегилированная часть всего лишь молекулы. И вот здесь вот начинаются интересные вещи. Оказывается, что есть больные и со свищами, есть больные. И с перианальными тоже, но их здесь немножко больше. И поэтому мы и решили в свое время, я говорю фирме UCB, давайте попробуем вот эту нишу, попробуем вами и заполнить чуть-чуть. Потому что
ну, есть какие-то моменты, которые вроде бы нужно, вот, если, например, сейчас Такеда Ментиви продвигает, и очень неплохой препарат, но там туберкулез, очень важный момент, туберкулез. Но здесь, то вот здесь, Миша, может быть именно это. И что же мы увидели? Значит, сначала литература. Вроде да, получается. А теперь наши данные. Взяли больных только с перианальными изменениями. Ну, вот такой вот. В основном это средней степени активности больные. Локализацию видите разную. Предшествующая терапия была вот такая. Были вроде чуть-чуть лучше или вообще не было эффективности. Ну, это вы все знаете, индекс Беста. Он должен был быть учитыван, потому что мы все-таки делали более-менее научную работу. И что же получается? Вот смотрите, полгода, 6 месяцев. Индекс Беста, снижение 90%, между прочим. А, извините, одну секундочку. А облитерация свещей 33. А помните те первых два слайда по СИМЗИ в тех исследованиях? Количество больных там было не так больше, чем у нас. Там 35, там то же самое. 31, 33, 35%. Но это же перианальные свещи. Вот. Если вы посмотрите вот на эту картиночку, да, есть? А, не видно. Нет, вот. Вот он, свищик-то. Вот он. А вот это два затека. А вот тут теперь смотрите, что у нас здесь получается. А у нас тут облитерация. Почему-то у меня. Вот. А, вот тут вот эти вот затеки-то, видите, они облитерированы абсолютно. Микрофон? А туда можно? Спасибо. Я только прыгнуть могу повыше. Так вот, смотрите теперь, deep remission, то, к чему сейчас стремится каждый доктор. Клиника эндоскопическая ремиссия. Что мы с вами видим? Клиническая ремиссия 50%, клиника эндоскопическая 40%. Это уже действительные показатели. Если бы это было 25%, я сказал, что это... Ребята, извините, ошибка четкая. Смотрим дальше. А дальше выводы. То, чего я и хотел донести до вас. 33% тяжелых перианальных свещей возможны положительное, эффективное лечение. С помощью вот этого препарата. Ну а уж второй вывод дает вам возможность просто помочь больному с этими тяжелыми осложнениями. Быстро я закончил? Четко закончил? Думайте. Спасибо. Краткость, сестра таланта, говорят, правда? Молодец, да, все очень хорошо. А может, вопросы есть, потому что он раньше времени закончил, Игорь Львович. Поэтому нет вопросов? Нет вопросов. Тогда все, что спасибо. Вопросы задавать, когда и так видно все. Так, следующий доклад сделает Галина Викторовна Лукина, профессор из МКНЦ наш. Я забыл сказать, вот, что иммуногенность, современный взгляд на решение проблемы. Пожалуйста. В столь же увлекательной форме. Я буду стараться. А можно? Молодец, Игорь Владимирович. Итак, глубокоуважаемые коллеги, на сегодняшний день, как вы знаете, биологическая терапия достаточно широко стала применяться у больных с тяжелыми поражениями при ВЗК, а также достаточно давно, начиная с 97 года, применяется в ревматологии. В ревматологии, правда, применяется все 5 ингибиторов фактора некроза опухоли, включая препарат этанерцепт, который является растворимым рецептором, и поскольку он не влияет на гранулематозное воспаление, он не применяется в
пациентов гастроэнтерологии. Моноклональные антитела, такие как инфликсимаб, адалимумаб и галимумаб. И вот как уже сегодня рассматривается препарат фабфрагмир, пегилированный с полиэтиленгликолем, препарат циртализумаб пегол. Какое же отличие и что нам дает, какие возможности при использовании биологической терапии в принципе? Мы применяем их, эффективность их составляет порядка 60-70%, но со временем мы видим, что вдруг происходит ускользание эффекта. Почему же это возникает? И в частности, это может быть причиной того, что развивается иммуногенность. Что же такое вообще термин иммуногенность? Это способность вещества вызывать иммунную реакцию, в том числе выработку антител к антигену. Это отражает нормальный иммунный ответ на чужеродное вещество. То есть, а мы вводим биологическая терапия – это, естественно, белковые молекулы. Терапия любым генно-инженерным биологическим препаратом может индуцировать нежелательный иммунный ответ. Способность индуцировать образование антител против ингибиторов фактора некроза опухоли зависит главным образом от их структуры. И сама иммуногенность, она может изменять фармакокинетику лекарственного средства, что приводит к снижению его в крови, и мы видим ускользание эффекта. Какова же бывает неэффективность терапии? Ну, в первую очередь, это первичное, то есть изначально отсутствие какого-либо клинического эффекта при введении препарата. И вторичное, то есть это ускользание эффекта на проявление, когда в самом начале был эффект. В чем же причины первичной неэффективности и когда она встречается? Значит, посмотрите, при назначении ингибиторов фактора некроза опухоли первичная неэффективность наблюдается в 30-40% случаев. И в данной ситуации причинами может быть ведущая роль не главного провоспалительного цитокина фактора некроза опухоли, а других провоспалительных цитокинов. Вторичная неэффективность. Частота образования нейтрализующих антител составляет от 25 до 40% при воспалительных заболеваниях кишечника и от 12 до 40% у больных, страдающих ревматоидным артритом. И именно вот это образование нейтрализующих антител на вводимый препарат и рассматривается как причина вторичной неэффективности. Какие же бывают антитела? Ну, те, которые не влияют на клинический эффект, это не нейтрализующие антитела, которые связываются с нефункциональной частью молекулы генно-инженерного биологического препарата, и нейтрализующие антитела, которые связываются конкретно с ФАП-фрагментом молекулы генно-инженерного биологического препарата и могут снижать потенциально способность его связывать блокатор фактора некроза опухоли альфа. Вот эти комплексы, которые образуются, они достаточно быстро выводятся из организма, фактор некроза опухоли высвобождается, и мы видим опять обострение воспалительного процесса. Независимо, это ревматоидный артрит или воспалительные заболевания кишечника. Какие же возможные причины иммуногенности? Ну, во-первых, этот метод введения лекарственного средства, доза, режим, размер структуры лекарственного средства, растворимость его, количество чужеродного белка в составе молекулы, отсутствие применения цитостатической терапии, активность заболевания, уровня образования, выведения иммунных комплексов, пол, возраст и другие. Что происходит тогда, когда образуются аутоиммунные антитела? Посмотрите, во-первых, происходит снижение концентрации препарата и связывающей способности, что ведет к снижению эффективности. И тогда, когда образуются антитела, естественно, образуются всевозможные нежелательные явления. Это тяжелые инфузионные реакции, которые мы видим при введении чаще препаратов, которые вводятся внутривенно. Поскольку все генно-инженерные биологические препараты, они составляют сам белок, это большая молекулярная масса, и, соответственно, они, естественно, ведут к развитию большей иммуногенности. Что мы в результате видим? Ну, во-первых, инфекционные и местные реакции – это гиперчувствительность замедленного типа,
потеря ответа на терапию и снижение общей резистентности организма, то есть реактивация, в частности, латентного туберкулеза. А внутривенное введение, оно редко вызывает местные постинъекционные и локальные реакции, но, однако, приводит к развитию тяжелейшей системной поражению иммунного ответа, в то время как подкожное введение чаще всего вызывает местные реакции и в редких случаях приводит к системным иммунным ответам. Путь введения. Вы хорошо знаете, тогда, когда вводится инфликсимаб, возникают пиковые значения. Сначала высокая концентрация, затем к следующему введению концентрация препарата снижается. Тогда, когда вводятся подкожные формы, скажем, препарата адалимумаб и этанерцеп, здесь мы видим достаточно стабильную концентрацию на всем протяжении периода введения препарата. Что касается препарата циртализумаба пегула, то здесь показано, что терапевтическая концентрация этого препарата в сыворотке пациента достигается быстрее, когда проводится индукционный курс, и это дает нам высокие концентрации препарата, соответствуют высокой области иммунотолерантности, то есть меньше выработки аутоиммунных антител к препарату. Как уже говорил Олег Владимирович, посмотрите, частота обнаружения антител в зависимости от препаратов, она различна. Наиболее часто мы видим выработку антител при использовании препарата инфликсимаба, реже у адалимумаба и еще реже при назначении препарата циртализумаба пегола. И обратите, когда возникают эти антитела, то есть при использовании инфликсимаба достаточно быстро мы видим выработку антител всего лишь навсего через 3,5 месяца. При использовании адалимумаба это нужен более долгий путь введения, это более 6 месяцев. Более того, частота выработки антител на один и тот же препарат отличается при различных патологиях, что свидетельствует также о влиянии самого патологического заболевания на формирование иммунитета. И посмотрите, у больных с болезнью Крона, тогда, когда используются моноклональные антитела вместе с метотрексатом, частота выработки антител достоверно ниже. Более того, также доказано, что тогда, когда используются иммунодепрессанты, такие как метотрексат, азатиоприн и 6-меркотопурин, частота выработки антител при назначении она также снижается. Что касается метотрексата, то здесь совершенно четко определяется его дозозависимость. То есть чем больше доза препарата вводится, тем меньше выработка аутоантител. К сожалению, полностью подавить их, тем не менее, все равно не удается. Что делать при ускользании эффекта? Здесь наглядно показано активное воспаление, что мы видим при воспалительных заболеваниях кишечника. Достаточно большое количество фактора некроза опухоли в ткани, нет блокирования фактора некроза опухоли и нет антифНО в сыворотке крови. И мы видим активный воспалительный процесс в кишечнике. Тогда, когда мы вводим антифНО, посмотрите, ввелся препарат, не получается. Значит, соединился с фактором некроза опухоли, заблокировался в кишечнике, значит, идет блокирование в ткани, происходит блокирование фактора некроза опухоли, большое количество фактора некроза опухоли в крови, и все это нам говорит о том, что развивается клиническая ремиссия. Какова же роль воспалительной нагрузки в потере ответа? Ну, во-первых, высокая активность воспаления приводит к повышенной экспрессии фактора некроза опухоли в тканях. Вы это хорошо знаете. Повышенная экспрессия фактора некроза опухоли приводит к снижению концентрации моноклональных антител в свободной циркуляции, то есть так называемый сток препарата. И высокая активность воспалительного заболевания при ВЗК, она ассоциируется со снижением альбумина и повышением С-реактивного белка. Таким образом, низкий альбумин, высокий С-реактивный белок, вероятно, отражают повышенную экспрессию фактора некроза опухоли и могут служить суррогатными маркерами для определения низкой концентрации моноклональных антител.
Роль иммуногенности в потере клинического эффекта при воспалительных заболеваниях кишечников. Что происходит? Посмотрите. Связывание с антителом препарат не может распознать мембранный фактор некроза опухоли, что приводит к потере ответа. Здесь мы видим тогда большое количество фактора некроза опухоли в ткани, нет блокирования и нет в сыворотке антиФНО. И мы видим потерю эффекта. Тогда, когда мы увеличиваем дозу, что происходит? То есть доза препарата связывается с фактором некроза опухоли, несмотря на то, что образовались уже антитела, оставшиеся в крови антитела не определяются из-за дополнительно введенного антиФНО. В результате мы видим то, что блокируется фактор некроза опухоли в ткани, ФНО заблокировано, антитела присутствуют в сыворотке и опять развивается клиническая ремиссия. Если посмотреть, а вот какое количество необходимо вообще вот при каких при введении каких препаратов вызывает большую необходимость в увеличении дозы тогда, когда уходит, мы теряем эффект. Но наиболее она выражена при использовании инфликсимаба, адалимумаба и наименьшая при использовании препарата этанерцепта. При болезни Крона, посмотрите, инфликсимаб. Необходимо повышение дозы у 53%, на адалимумабе у 34%, и при использовании препарата сертолизумаба пегола необходимость в увеличении дозы составляет всего лишь навсего 2%. С чем это связано? Ну, во-первых, в препарате отсутствует FC-фрагмент, он обладает низкой молекулярной массой. Наличие полиэтиленгликоля, оно позволяет достаточно долго циркулировать препараты в крови. И, соответственно, все это снижает развитие аутоантител к препарату. Более того, вы должны хорошо себе представлять, что существует еще и перекрестная иммуногенность между препаратами. И в данной ситуации здесь показано, что если у больного, который получил ранее инфликсимаб, мы назначаем второй препарат адалимумаб, то антитела к адалимумабу часто обнаруживаются у пациентов с антителами к инфликсимабу. Какая же перекрестная иммуногенность у препарата сертолизумаба пегола? Значит, здесь снижение уровня антител к сертолизумабу пеголу в присутствии других ингибиторов не определяется. Значит, следовательно, сертолизумаб пегол не связывается с адалимумабом, этанерцептом и инфликсимабом. И риск перекрестной иммуногенности в настоящее время для этого препарата не выявлено. Таким образом, посмотрите, что мы должны знать, когда все-таки назначаем биологическую терапию. Ну, во-первых, то, что в принципе целесообразно, наверное, определять уровень антител, и это показано по работам клиники МИО, что это позволяет изменить тактику лечения у 73% пациентов. Дальше, переключение с одного ингибитора на другой, оно позволяет восстановить клиническую ремиссию у 92% больных. А результаты исследования применения инфликсимаба, к сожалению, тогда, когда мы увеличиваем дозу, наращивание эффекта мы видим незначительное, но посмотрите, насколько у нас увеличивается цена за лечение такого пациента. Ну и у пациентов, которые не ответили на терапию при нормальной концентрации препарата и отсутствии антител, переключение на другой класс будет более эффективно, чем тогда, когда мы используем один и тот же класс препаратов. Спасибо. Так, Галина Викторовна, молодец, тоже с опережением работаете, поэтому можно задавать вопросы. Вот, вопросы всегда интереснее в любой ситуации, поэтому я все-таки задам вопрос. Значит, вот в одном из графиков там показано, что уровень антител падает больше всего у инфликсимаба, понятно,
Затем, значит, адалимумаб меньше, тоже понятно. Там симзии не было, но там вообще антител нету. Да. А вот у цертализумаба, значит, у него тоже очень мало антител вырабатывается. Потом вы, правда, этот частично на этот вопрос ответили, у вас второй был слайд, другой уже, потому что там фрагмент не тот и так далее. Но все-таки вот, все-таки, ну, инфликсимаб и цертализумаб, иммуногенность должна быть, ну, примерно одинаковая, а у вас... Она не у вас, а по данным литературы меньше. Вот как это четко мне объяснить? Инфликсимаб, он представляет собой химерное моноклональное антитело, которое состоит на 25% из мышиного белка. Это первое. Более того, у инфликсимаба он состоит полную молекулу иммуноглобулина. То есть там присутствует и ФЦ-фрагмент, и ФАП. То есть, более того, когда антитела, ведь когда они становятся, выработка антител к препарату, когда они блокируют его? Тогда, когда они прикрепляются к активным участкам, которые связывают фактор некроза опухоли. А поскольку у цертализумаба пигола отсутствует ФЦ-фрагмент, и существует только факт, там некуда просто прикрепляться этим антител, поэтому выработка в данной ситуации аутоантител к препарату, она достаточно низкая. Спасибо большое. Повторение мать учения, поэтому очень важно было это мне вспомнить. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Если нет, то спасибо, Галина Викторовна, за интересный спасибо доклад. Большое. Спасибо. На самом современном уровне рассказано было то, что нас больше всего беспокоит вот в связи с работами с этими препаратами. Иммуногенность и так далее и прочее. Ну и следующий доклад у нас, последний. Последний сделает Ирина Николаевна Ручкина из МКНЦ, ведущий научный сотрудник. Рациональный выбор ингибиторов и так далее. У вас там есть название, да? Да. Ну, пожалуйста. Так, значит, рациональный выбор ингибиторов альфа-ФНО в реальной клинической практике. Пожалуйста, 20 минут. Уважаемые коллеги, Уважаемые коллеги, вашему вниманию представляется достаточно тяжелый случай течения болезни Крона у молодого пациента. Впервые он к нам обратился в клинику в 2007 году с жалобами на диарею, лихорадку до фибрильных цифр, боли в левой подвздошной области, потерю веса и летучие боли в крупных суставах. Из анамнеза известно, что в возрасте 11 лет впервые у него появились поносы с примесью крови и лихорадка. Он обследовался в детской больнице, был поставлен ему язвенный колит в форме проктосигмоидита, назначен сульфасалазин, достигнута положительная динамика, больной был отпущен на амбулаторное лечение с рекомендациями контрольной госпитализации через год. Однако в последующие годы он не обращался в стационар, лечился самостоятельно и колоноскопию не проводил. В 2007 году состояние больного резко ухудшилось, появился понос, который нарастал по частоте, и усилилось выделение крови в стуле. И с диагнозом кишечное кровотечение по скорой помощи он поступает в 7-ю городскую клиническую больницу. При колоноскопии выявляются множественные язвенные дефекты до 0,6 см в диаметре, находящиеся в поперечном отделе сигмовидной кишки, но прямая кишка была интактна. Диагноз ставится воспалительное заболевание кишки. Под вопросом язвенный колит болезни Крона назначается преднизолон 60 мг, цефазолин и сульфасалазин. У больного, вы видите, в клинических анализах была выражена анемия, ему проводились переливания эритромассы и плазмы крови, и дальше для дальнейшего лечения он переводится в институт гастроэнтерологии. При поступлении состояния средней степени тяжести, бледность кожных покровов, отмечалась болезненность проекции нисходящего отдела ободочной кишки сигмовидной, где пальпировался плотный болезненный тяж. В клинических анализах крови у нас отмечалась выраженная анемия, гемоглобин 76, воспалительные изменения, лейкоцитоз 14 тысяч, палочки ядерные 18%, ускоренная соя, моноцитоз.
биохимии крови железа 3,2 единицы, C-реактивный белок достигал 83 и был снижен белок. Вы видите, что у него были значительные изменения в клинических анализах крови. При стандартных методах исследований УЗИ и гастроскопии мы особых изменений нашли. Рентген тонкой кишки нам не выявил никакой патологии. А вот при фиброколоноскопии были множественные, глубокие, щелевидные язвы, начиная с проксимальных отделов сигмовидной кишки с выраженной контактной ранимостью. Если посмотреть протяженность поражения, вот здесь мы условно написали схематично, где были выявлены язвенные дефекты. То есть это левые отделы толстой кишки. И таким образом нами был поставлен диагноз болезни Крона толстой кишки, впервые выявленная активная фаза в стадии язв тяжелого течения. Внекишечные проявления полиартралгия, осложнения, метаболические нарушения, гипопротеинемия, гипокальцемия, железодефицитная анемия и состоявшееся кровотечение от ноября 2007 года. Индекс Беста составлял 360 баллов. Как вы знаете, по рекомендации Международной организации лечения болезни Крона и язвенного колита ЭКО для купирования тяжелой атаки прежде всего назначаются глюкокортикостероиды системного действия из расчета 1 мг на килограмм веса. Что мы сделали? Больной вводился 90 мг преднизолона, вес у него составлял где-то 52 килограмма, то есть я ему дала где-то 1,5 мг на килограмм веса. Далее мы его перевели на таблетированную форму 55 мг с последующим постепенной отменой препарата. Дополнительно вводились антибиотики, эритромасса, плазма крови, аминокислоты, электролиты, препараты железа. И постепенно состояние больного улучшилось. Мы его выписываем, назначаем азатиоприн и рекомендуем повторную госпитализацию через год. Если же состояние ухудшится, то через полгода. Однако больной до 2011 года в институт не обращался. Он самостоятельно отменяет азатиоприн, постепенно снижает дозу кортикостероидов где-то до 15-20 мг и получает обострение. Поэтому он сам моделирует дозу кортикостероидов, постепенно, периодически их принимая. Один препарат салафальк даже в 4 граммах его не удерживал. Он продолжает учиться, ему некогда, находится дома, к врачам отказывается обращаться. И в 2011 году состояние опять у него резко ухудшается, у него снова сливные язвенные дефекты, примесь крови, лихорадка, понос выраженный, и он снова к нам поступает. Видите, какая картина была в толстой кишке. Гистологически мы гранулем не обнаружили, и, в общем-то, это ожидаемый результат, потому что гранулем обычно выявляется только в послеоперационном материале, а биопсия берется из слизистой оболочки, поэтому их практически невозможно выявить. Но мы нашли выраженную лимфоплазмоцитарную инфильтрацию, собственные оболочки слизистой толстой кишки, причем вот эта инфильтрация, она захватывала не только слизистую оболочку, но и проникала в нижележащие слои. Вы видите здесь глубокие деформированные крипты, все это соответствует картине болезни Крона. Сразу же вопрос стоит о том, что у больного сформировалась гормонозависимость, и ему необходима биологическая терапия. Мы проводим ему диагностику туберкулеза с помощью диастенотеста и получаем отрицательный результат, проводим флюорографию и показанием для назначения биологической терапии явилось. Это тяжелое течение болезни Крона, рецидивирующее течение с формированием гормонозависимости и системные проявления в виде полиартралгии. И мы начинаем ремитейт в апреле 2011 года. В обычной дозе 5 мг на килограмм веса, вроде бы все хорошо, назначаем азатиоприн, отказываемся от глюкокортикостероидов. Вот здесь вот представлено вам исследование Сони, которое показывает, что наилучший эффект от лечения ремитейда достигается в том случае, если его комбинировать с азатиоприном. С одной стороны усиливается его действие, с другой стороны снижается его иммуногенность и обеспечивает длительную терапию препаратом. Мы его проводим 5 месяцев.
до сентября 2011 года, после очередного введения, мы проводим контрольный биохимический анализ крови и видим появление цитолиза. Причем показатели АЛТ-АСТ возрастали до 10-9 норм с умеренным холестазом и билирубинемией. Проводится исследование больного экстренно на все маркеры гепатитов, они все отрицательные, и нами расцениваются данные изменения как проявление медикаментозного гепатита. Из литературных источников известно, что лекарственный гепатит стал развиваться достаточно часто у 20% больных, получающих ряд препаратов. Вот здесь вот перечислено. На первом месте стоят тетрациклины, на втором месте противотуберкулезные препараты. В отношении нашего препарата, в отношении нашего больного сыграла роль это назначение комбинированной цитостатической терапии, назначение омепразола, сульфасалазина и кортикостероидов в какой-то степени. Поэтому мы все отменяем и проводим ему курс гепатопротекторов в виде гептрала сначала внутривенно, потом в течение месяца таблетированная форма и урсодезоксихолевая кислота. После стихания медикаментозного гепатита мы вынуждены вновь решать вопрос о биологической терапии, и выбор падает на адалимумаб. Он начинает у нас его получать, мы вновь добиваемся ремиссии заболевания, он хорошо и на нем идет в течение 4 лет. Я считаю, что это достаточно хороший результат. Через 4 года, в марте 2015 года, мы вновь получаем обострение. Причем он не прерывал введение адалимумаба, но мы не назначали ему азатиоприн, боясь, что получим вновь медикаментозный гепатит. Ввели его на сочетание адалимумаба и 2 граммах месолазина. И вы видите вновь язвенные дефекты. И вновь обострение и возврат глюкокортикостероидов. По литературным данным известно, что наилучший эффект адалимумаб обеспечивает больным, которые ранее не получали биологическую терапию. И несколько ниже эффективность препарата, когда он назначается уже в качестве второй или третьей линии биологической терапии. Что делать? Больному мало лет, это болезнь Крона. Вопрос стоит, оперировать его. Но вы знаете, что при болезни Крона, к сожалению, оперативное лечение не приводит к выздоровлению больного. Ему совсем мало лет, 90-го года рождения. Поражены левые отделы толстой кишки. Он, конечно, категорически отказывается от оперативного лечения. Стеноза мы не видим. Выраженного кишечного кровотечения тоже не наблюдается. И поэтому решается в пользу назначения третьего препарата. Сертолизумаб пигол. Препарат назначается в обычной дозировке. Это 400 мг подкожно. Вторая, четвертая неделя и даже далее каждые 4 недели. Но мы рассчитывали на то, что, во-первых, он, как вам сказали, здесь обладает невыраженной иммуногенностью. Связано это прежде всего с тем, что введена молекула полиэтиленгликоля, которая как бы охватывает вот эти антитела к фактору некроза опухоли и прикрывает его от взаимодействия с иммунной системой больного. У него стабильная конфигурация, он просто введение, он может лечиться дома, самостоятельно все это вводить. И здесь показано на графике, что по международному опыту эффективность его достаточно высока. У бионаивных больных, либо у больных, которые ранее получали другие препараты, содержащие антитела, как ФНО-альфа. По эффективности, если сравнивать, то в принципе они, все три препарата не уступают друг другу в лечении болезни Крона, приблизительно 1% эффективности. Из литературных источников известно, что если больной отвлекается на индукционный курс, то у 70% вот этот эффект от лечения сертолизумабом может сохраняться очень длительное время. Здесь показан опыт наблюдения 7 лет. И мы надеемся, что вот после индукционного курса, когда мы получили положительную динамику, это будет достаточно долго сохраняться. Вы видите, что вот март 2016 года, это через год от назначения сертолизумаба пигола, мы достигли очень хорошего эффекта. Слизистая практически не изменена толстой кишки, нет никаких язвенных дефектов. Если посмотреть динамику фекального кальпротектина, С-реактивного белка,
Он у нас изначально был 1100, 1800, сейчас фекальный кальпротектин 110, сереактивный белок максимальный был 83, сейчас менее 5. То есть мы добились клинической, эндоскопической и лабораторной ремиссии заболевания. Какая перспектива? Что можно ожидать у этого мальчика? Но считается, что независимо от длительности терапии, здесь не будет роста нежелательных явлений в виде активации условно-патогенной микрофлоры. Значит, в этом отношении он уже сколько находится на биологической терапии, мы будем надеяться, что не разовьется активация латентной туберкулезной инфекции. И сейчас вот ему 27 лет. Вы представляете, какой анамнез? С 7 года он наблюдается у нас в течение 10 лет, и сколько уже мальчик перенес, какое было лечение, и в конце концов вот добились ремиссии заболевания. Что будет дальше? Здесь уже вам показывали, что эскалация дозы при сертолизумабе пеголы возникает вот необходимость достаточно редко у единичных больных. Сохраняется длительная эффективность препарата. Но вот если произойдет ускользание эффекта, что, как мы решим действовать в отношении нашего больного? Во-первых, можно провести эскалацию дозы путем сокращения срока введения. Не каждые 4 недели, а каждые 2 недели. Во-вторых, можно повторить индукционный курс. И в-третьих, как вот вариант отчаяния, если у него произойдет полная неэффективность от лечения препаратами ФНО-альфа, тогда мы его переведем совершенно на новую группу препаратов. Это ведолизумаб, который блокирует селектины. В настоящее время мы имеем опыт лечения 6 био-наивных больных на сертолизумаб пеголы достаточно хорошим эффектом, они получают 2 года, и где-то 16 больных у нас получает сертолизумаб пеголы уже в качестве второго либо третьего препарата. Было ли ускользание эффекта? Было у больных со свищевой формой болезни Крона, у 2, которые в последующем мы перевели на ведолизумаб. Благодарю за внимание. Так, спасибо, Ирина Николаевна. Значит, что я хотел бы вот сказать? Я просто хотел сказать, что вот я с удовольствием смотрел, с каким вниманием вы выслушивали сегодняшние доклады. Это говорит о том, что, значит, аудитория такая квалифицированная, вот, понимает хорошо суть проблемы и ее трудности. Поэтому давайте сейчас вопросы. У нас осталось довольно много времени, и мы можем не только вопросы, но и обсудить кое-какие-то вопросы. Вот, пожалуйста, Игорь Львович, пожалуйста. Вы, микрофон, пожалуйста, подвиньте. Микрофон только надо, да. А он работает? А, работает, надо же, как интересно. А вы сказали, что вы назначали биологическую терапию, вот последний раз, и проводили еще лечение салицилатами. Да, то есть он получает... Это же крон, зачем? Крон толстой кишки. Тогда уж мы лучше оставили... сульфасалазин, если уж придерживаться рекомендациям ЭКО, а не месалазин. Он более эффективен по данным всех этих исследований. Сульфасалазин при кроне-колите. Просто обычно, если биологию-то назначаете, то не нужен другое. Другое дело, что когда вы говорили об иммуносупрессорах при, например, хумире, ну, при хумире обычно азатиоприн тоже не очень назначается. Вот при инфликсимабе, да, там это полагается. А при других препаратах иммуносупрессоры могут не назначаться, в принципе. Ну, это так, чисто вот. Мы решили в пользу салафалька. Знаете почему, Игорь Львович? У него был медикаментозный гепатит. Я слышал об этом. Не слышал. Так, он дает все-таки... Просто в определенном проценте медикаментозные гепатиты, поэтому мы боялись. Согласен. Еще раз раскачивать эту ситуацию. Просто салицилаты вообще не нужны были бы здесь. Тогда уж местно, у вас левосторонний процесс, и местное введение было бы гораздо эффективнее, чем клизмы. Учтем. Учтем ваше замечание. Спасибо. Правильно. Так, есть ли еще вопрос? Пожалуйста. А скажите, пожалуйста, Ирина Николаевна, как часто вы вот в своей реальной клинической практике используете метотрексат? Редко. Азатиоприн. Почему?
Азатиоприн, мы отдаем предпочтение азатиоприну. А почему? Ну, не знаю, так вот сложилась ситуация, азатиоприн. Галина Николаевна, я просто потом... отвечу. В гастроэнтерологии чаще всего используются именно иммуносупрессоры 6-меркаптопурин, то есть пуринитол, или же азатиоприн. Это уже сложилось. Почему? Потому что токсичен метотрексат. И нужны определенные лабораторные действия. Так же, как при циклоспоринах. Вот, использование. Поэтому метотрексат довольно редко используется, потому что нам нужно переходить с инъекционного потом на таблетированный, следить и прочее, прочее. С азатиоприном проще. Другое дело, что через 3 месяца только он срабатывает, поэтому хотелось бы, чтобы его назначать чуть пораньше. Не сложилась любовь у гастроэнтерологов с метотрексатом, к сожалению. Совершенно верно. Хотя, если... Знаете, как это говорит? Хотя, если посмотреть с другой стороны, то много сейчас работ стало появляться о том, что метотрексат интересен и оказывается эффективен. К нему стало вновь на Западе возвращаться. Поэтому, может быть, maybe. Просто ревматологи жить-то не могут без метотрексата. Но ряд препаратов, которые используют ревматологи, у нас не прижились совсем. Это Рецепт, например. Вообще там не понятно. Спасибо, Ирина Николаевна. Так, если есть какие-нибудь желания еще задать вопросы к другим докладчикам, пожалуйста. И так просто вопрос на обсуждение. Кто желал бы? Сейчас даем микрофон. Можно вопрос Игорь Львовичу задать, уважаемый? Да. Прекрасный доклад был по перианальной болезни Крона. Вот меня больше интересует, нет ли у вас опыта назначения биологической терапии и оценки эффективности у больных болезнью Крона с кишечными свищами, наружными, внутренними? Нет, насколько часто возникает вот заживление этих свищей? И редко. Как этап для подготовки? Могу сразу сказать, редко, приходится оперировать. Значит, единственное, что мы делаем при вот этих всех ситуациях, мы при осложненной болезни Крона, мы пытаемся уменьшить количество протяженности процесса. То есть мы начинаем консервативное лечение, поступает больной, выясняем множество межкишечных свищей, положим и прочее, наличие инфильтрата, и мы начинаем лечить антибиотиками, гормонами, по хорошей схеме, по нормальной, но сейчас другая схема лечения больных, мы не отошли от схемы миллиграмм, килограмм массы тела. Сейчас это ушло, в новых рекомендациях у нас совсем другая. Схематика, вы это увидите, прочитаете, сейчас не буду на этом останавливаться. Вот. И когда инфильтрат и воспалительные проявления в кишке уменьшаются и остаются только осложнения, вот эту часть резицируем, а дальше противорецидивная терапия, 2 препарата. Иммуносупрессоры, биология. Все. Так, пожалуйста, там желание было. Значит, я работаю... Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Надежда, я гастроэнтеролог краевой клинической больницы города Красноярска. Край у нас огромный, заболеваний в ЗК очень много. И значит, вот все хорошо, меня интересует вопрос, все ли больные, нуждающиеся в получении биологической терапии, вот хотя бы здесь, вот в Москве, в Московской области, ее получают. Мы этот вопрос решить не можем. Почему вы не можете экономически решить? Это с каких пор Нонна Николаевна не может решить этот вопрос? Значит, этот вопрос решается очень тяжело. А нет, тяжело он везде решается. Решается этот вопрос в первую очередь вашими больными. Вы только помогаете им. Потому что я понимаю, что количество денег, выделяемых, они же все должны быть инвалиды, правильно? Да. Потому что только тогда они могут получить бесплатно данный препарат. Инвалидность поэтому вы сложно. Даете направление на инвалидность, а дальше вы пролонгируете, чтобы больной встал в лист учета и получение данного терапии. Поэтому, когда мне говорят, у нас очень много, Красноярск я прекрасно знаю, но не получать, то это, извините, к вам вопрос. Почему вы не... Объясните больному, как надо добиваться того, чего он имеет право. Вот если ко мне приходит больной в институте и говорит, мне там-то не дают, значит, первое, что я ему говорю, значит, мы тебе напишем, как головное учреждение Российской Федерации,
памятку, что тебе показано по медицинским показаниям и жизненным показаниям наличие такой-то терапии. Дальше ты идешь к своему областному, краевому и прочему фигому гастроэнтерологу или колопроктологу и получай от него. Он тебе говорит: нет, дружок, не получится. Я говорю: ты даже не ходи никуда, иди сразу в суд. Это твое четкое право, обязанность. Вот после этого местные органы начинают суетиться, потому что они знают, что по Конституции... Но это вы должны пролонгировать, это вы, но не я. Мы только пишем иногда даже нет, то, чего нету. Писать можно сколько угодно, отправляйте больную. Я думаю, не надо... Игорь Львович настолько четко все сказал, это общая проблема, и она именно так и решается. Так что вы запомните и не бойтесь, пусть больные требуют, все. На этом, я думаю, вопросов больше у нас вряд ли времени останется, потому что надо еще заключение сделать, и на этом такой, дайте, пожалуйста, мне микрофон. А я заключение. Да, я хотел бы сделать заключение, она зафиксировала его так, для того, чтобы как-то приняла законченную форму. Сегодняшний наш очень, я считаю, интересный семинар, он посвящен, безусловно, самой главной проблеме в гастроэнтерологии. Ну, так вот, если взять, там еще циррозы печени и так далее, там есть сложные такие больные, тяжелые, с тяжелым прогнозом, то вы видите, насколько сложна эта проблема воспалительных заболеваний. Поскольку я повторяю, что вы все так напряженно и интересно слушали, значит, вы все имеете отношение к этим больным, вы ими занимаетесь. Но что бы я хотел сказать вот в заключение, это ежедневный наш вот опыт клинический в центре, куда стекаются вот эти больные, показывает, что основная все-таки проблема заключается в нас, в клиницистах, такого вот поликлинического звена даже в большой степени, потому что эти больные, они поздно диагностируются, у них болезни. Вот вы показывал, Олег Владимирович, годы требуются для болезни Крона. Они же не потому требуются, потому что когда мы их анализируем, оказывается, можно было поставить сразу диагноз или задуматься, потому что болезни только те диагностируются, которые мы знаем. Если мы не знаем болезнь, как мы ее можем? Так, случайно ничего не бывает. Если бывает, то очень редко. Поэтому диагностика – это очень важно. Второе – это следование лечению. Вот назначил врач лечение, должен больной его соблюдать. Сколько мы говорим об этом, что они ничего не соблюдают? Мы анкетировали слепым методом больных, оказывается, они по своему усмотрению многие лечатся, боятся этих доз. А это потому, что врачу некогда, ему надо объяснить больному, вот, что это лекарство рассчитано на постоянный прием, эти лекарства ему, для него, не, безусловно, полезны, и никакого вреда тут бояться не нужно от них. Приводить пример там, больных с гипертонией, с чем угодно, там, так далее, которые постоянно принимают десятилетиями лекарства и так далее, и так далее. Вот эту вот проблему надо обязательно иметь. Ну и, наконец, конечно, правильно назначить лечение, потому что еще врачи часто назначают, не следуют этим вот рекомендациям, которые вырабатывал у нас в России, это вот в первую очередь Игорь Львович и Елена Александровна Белоусова, они во главе нашего этого сообщества стоят по лечению этих заболеваний. Именно им принадлежит все, как говорится, и лавры, и все недостатки, которые у нас есть, и они тоже. Потому что сколько ни говори, а врачи все равно, вот на примере целиакии могу сказать, все равно ВОЗ часто очень медленно движется, понимаете? Все равно вот традиции какие-то остаются, свои взгляды, мнение того, что а зачем это нам, какие-то нужны программы, мы сами знаем, как лечить. Неправильно это. Ну и поэтому позвольте мне в заключение сосредоточиться еще раз вот на этих проблемах этой биологической терапии и вот сказать, что генно-инженерно-биологические препараты применяют в лечении болезни Крона для достижения цели терапии, это индукции и поддержания ремиссии заболевания. То есть добиться начального успеха и потом поддержать эту ремиссию. И вы видите, вот десятилетиями больные получают лекарства и живут, вот этот мальчик вот. Чтоб его был, с ним было, если бы не было этих препаратов.
нетрудно догадаться. Важно знать клинические отличия этих препаратов, чтобы выбрать оптимальный препарат для той или иной категории пациентов, о чем сегодня великолепно Галина Викторовна рассказала, эти механизмы. Вот Игорь Львович показал, насколько трудно анализировать материал. Это очень трудно анализировать материал, который мы получаем, несколько десятков больных пролечим, а потом как проанализировать, как, что помогает, как помогает. Вот это появляется реальная клиническая практика. То есть разобраться, все-таки выбрать вот, доказательные, с точки зрения доказательной медицины, что же помогает в каждом случае. Вот, да. Следующий, значит, вот. И вот оказывается все-таки, что вот этот препарат, пегилированный инфликсимаб, тертализумаб, вот, единственный препарат, ингибитор, значит, альфа-фактора некроза опухоли без фрагмента, который отличается вот от своими положительными, целым рядом положительных свойств, поэтому я и вопрос специально задал, чтобы немножечко еще акцентировать на этом влиянии. Он обладает вот быстрое снижение активности болезни достигается, правильно? Вот. Длительное поддержание ремиссии болезни до 7 лет, по данным многих исследований. Низкий риск необходимости эскалации дозы. Сопоставимая эффективность у био-наивных пациентов, то есть ранее не получавших и ранее получавших терапию другими ингибиторами. Способствует заживлению свищей, улучшению эндоскопической картины и не противопоказан в течение всего периода беременности, о чем сегодня не говорили, по-моему, но это очень важно. Это же Игорь Львович говорил о том, что и Олег Владимирович, что эти больные и мужского, и женского пола, они молодые, им надо еще замуж выйти или жениться, дети и так далее. Они начитались этих всех страстей про эти болезни. И вот оказывается, что не противопоказан этот препарат в течение всего периода беременности при лечении пациентов с болезнью Крона, ревматоидным артритом. Эту проблему мы касались только вот, только знаем, как Галина Викторовна это вот интересно рассказывает про ревматоидный артрит, эту главу, очень гораздо более хорошо разработанную в отношении этих препаратов, чем даже при воспалительном заболевании кишечника. Вот, когда больные аксиальные спондилоартритами, псориатические артриты тоже лечат и так далее. Так что это все очень хорошие возможности были сегодня получены, получить новые сведения об этих препаратах, поэтому давайте будем дальше следовать вот нашим выводам по этому консенсусу, по этому нашему симпозиуму, чтобы правильно больных этих лечить и поддерживать ремиссию. Спасибо.